Вообще балет говорит только о любви. Поэтому, конечно, отношения с партнером – это основополагающая наша профессия. И чем дольше я в профессии существую, тем больше я понимаю, что движение – это как, ну, вот набор наших движений, какая-то хореографическая, набор этих па – это всего лишь окраска эмоционального состояния того, кто ты есть на сцене. А с годами ты приходишь к тому, что жизнь хочется прожить каждую секунду. И прожить ее хочется вот здесь, да, вот здесь, вот здесь. Движения всего лишь должны выглядеть не как движение, не как поднятие ноги или поднятие руки. Мы же не в спорте. Нам не ставят оценки за это. Хочется прожить это эмоционально. Каждый партнер дает мне то, чего не может дать другой, например. Я, как всегда говорю, что когда у меня спектакль с тем или иным исполнителем, я всегда говорю, что это самый любимый мой человек на эти 2 часа. Каждый раз, выходя на сцену с тем или иным молодым человеком, я стараюсь видеть в нем только прекрасное и любить то, что в нем есть сейчас прекрасное. Потому что мы все сотканы из чего-то плохого, из чего-то хорошего. Но любить человека проще, когда ты видишь в нем что ты вот его какую-то необычную составляющую. Вот они все замечательные. Я вообще верю в любовь. Так сложилось. Я все-таки верю в то, что это есть. И даже каждый раз разочаровываясь и видя, что что-то вдруг ее нет, я все равно... Это для меня подтверждение того, что она есть. Каждая та или иная классическая партия позволяет мне поисследовать это чувство. Поэтому для меня это... 2 часа быть в абсолютной любви. Я не вижу там ничего плохого. Для женщины это очень, мне кажется, красивая профессия. В этой профессии очень много жизни. Очень много боли. Много испытаний. Но это жизнь. Я за это люблю эту профессию.